Всем привет! Сегодня буду готовить кабачковые кексы. К муке добавить соль, соду и разрыхлитель. Перемешать. В миску влить кефир, добавить яйцо и перемешать. Затем добавить натертый на мелкой терке и отжатый кабачок. Перемешать. Добавить мучную смесь и перемешать до однородности. Разложить тесто по формочкам, заполняя 2/3 объема. Сверху посыпать натертым сыром. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 25 минут. Готовые кексы немного остудить. Получаются очень вкусные кабачковые кексы. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!